Итак, вы прошли открытую часть нашего тренинг-центра. Надеюсь, что написали или планируете записать видеоотзыв. С меня бонус. Все видеоотзывы будут размещены на нашем YouTube-канале. Итак, что же делать дальше? У вас есть две возможности. Вы можете стать модератором пройденного курса. У вас появится, кроме двух имеющихся кнопочек «Обучение» и «Отключить», кнопочка модерирования. И когда напротив этой кнопочки будет красненький кружочек, это говорит о том, что какое-то задание ждет проверки. Это первая возможность. И вторая возможность, вы можете приглашать ваших партнеров, либо людей, которые еще не стали вашими партнерами, в наш обучающий центр. И помогать людям получать новые, нужные им практические знания по продвижению в интернете. У вас, как у человека, прошедшего уроки тренинг-центра, у человека, имеющего теперь возможность проверять домашние задания, получается полноценный вариант учить ваших приглашенных людей. Потому что уроки — это просто записанные уроки. А обучение проводит тот человек, который проверяет уроки и дает обратную связь по ним. Поэтому вы сейчас можете выступать в роли именно педагога, учителя. А записанные уроки просто-напросто будут помогать вам более эффективно обучать вашу структуру, либо ваших потенциальных партнеров. Что нужно сделать для того, чтобы пригласить человека? Вы должны четко понимать, что люди, которые будут вами приглашены в тренинг-центр, получат какую-то практическую пользу. То есть, если вы сами получили практическую пользу от наших уроков, значит, смело, с чистой совестью приглашайте людей. Для этого возвращаемся в наш первый курс «Как пользоваться тренинг-центром». Самый первый урок. Именно в этом уроке, в его дополнительных материалах, есть первая нужная нам ссылка. Это ссылка на ролик «Как подключиться к тренинг-центру». И вы начинаете для своего партнера готовить необходимый комплект материалов, чтобы он мог самостоятельно, без вашей помощи, подключиться. Открывайте блокнотик, копируйте ссылку на ролик «Как подключиться», копируйте его целиком, как скопировать. Написано в уроке. Вот я скопировал первую ссылку. У нас два варианта этих уроков для людей, которые не очень хорошо знают компьютер, здесь очень подробно все разъяснено, и для более уверенных пользователей. Можете скопировать две ссылки, пусть человек сам определит уровень своей подготовленности. Если сами не смотрели новые варианты этих роликов, пожалуйста, посмотрите, потому что в ролике рассказано не только как подключиться, а что нужно делать и вам, и вашему партнеру после регистрации. Как подтверждается кабинет, как получить доступ к урокам, с чего нужно начинать. Сейчас нужно начинать будет только с курса, в котором я нахожусь, как пользоваться тренинг-центром. Обучающие материалы по подключению подготовили. Идем в раздел «Партнерка», выбираем «Статистика» и копируем вот эту первую ссылку правой кнопочкой. Напишите «Моя ссылка». Именно по этой ссылке должен пройти ваш приглашенный человек. Далее, чтобы не было никакой ошибки, чтобы было все однозначно и точно, идем в профиль, выбираем учетную запись и копируем ваш регистрационный номер. В наш обучающий центр вы можете приглашать любых людей, которые пользуются уже продукцией компании Vivason, имеют бонусную карту с кэшбэком, либо людей, которые еще даже там не зарегистрировались. Тогда вот этот номер обязательно скопируйте, чтобы ваш человек подключился именно к вам. Я скопировал свой реальный номер в компании Vivason. Материалы готовы. Можете написать, что обязательно начни с первого курса, как пользоваться ТЦ, потому что именно в первом этом курсе, в первом его уроке, он полностью сейчас переделан, рассказано и как выполнять задания, и как получить доступ к следующему уроку. То есть здесь полное введение в систему обучения. Передали вот эти документы своему потенциальному партнеру, он подключился, и вы начинаете его учить. Если хотите, чтобы люди к вам подключались автоматически, вы можете разместить на страничке своей социальной сети ссылку на ролик по регистрации в тренинг-центре и в описании этого ролика разместить свою ссылку и свой код. У вас будет такая мини-вороночка продаж.
на подключение в ваш тренинг-центр. Если возникнут какие-то вопросы, что-то будет непонятно, пожалуйста, пишите либо своему спонсору, связаться вы можете с ним в правом верхнем углу, либо пишите в техподдержку. Контакты техподдержки, как связаться в нашем первом курсе, как пользоваться тренинг-центром.